кафедры лучевой диагностики. Развернуто заключение по МРТ пациентки 1986 года рождения. Дата исследования 1 августа 2019 года. При МРТ головного мозга в аксиальной и сагитальной и корональной проекциях получено изображение структур мозга по Т1 и Т2В в разных последовательностях, в том числе ФЛЕР и ДВИ. Найден округлый очаг в левом таламусе около 5 мм без отека и масс-эффекта. Желудочковая система сформирована правильно, гидроцефалии и лейкомаляции нет. Субарахноидальное ликворное пространство по конвекситальной поверхности больших полушарий не расширены. Переваскулярное пространство верхнего робина единичное в области подкорковых ядер. Цистерна основания мозга прослеживаются отчетливо, не деформированы. Срединные структуры не смещены. Гипофиз. Высота 5 мм, диафрагма седла вогнутая, структура обычная. Патология мозгово-мозжечковых углов не выявлена. Глазные яблоки не изменены. Конусное и экстраконусное пространство без патологии. Зрительные нервы без очагов. Патология орбит не определяется. Ствол мозга, хиазмально-силярная область без МР-признаков патологических изменений. В проекции мозгово-мозжечкового угла, корешки 8 пар черепно-мозговых нервов прослеживаются отчетливо с обеих сторон. Симметричные, не утолщены. Тройничные нервы симметричны, не отечные. Аномалии задней черепной ямки, ЗЧЯ, не определяется. Аномалии развития коры не найдены, архитектоника сохранена. Миндалина мозжечка расположена на уровне большого затылочного отверстия. В просвет позвоночного канала не смещены. Придаточные пазухи носа свободны. Таким образом выявлен очаг в левом зрительном бугре. Наиболее вероятно гамартома или участок глиоза. Данных за демиелинизацию нет. Заведующий кафедрой доктор медицинских наук профессор Холин А.В.